Дорогой мистер Кроу, я пишу о том, чтобы сообщить вам, что доверенность на все содержимое будет доступна с 17 октября 2017 года. Пожалуйста, позвоните, чтобы договориться о встрече, или зайдите к нам в ближайшее удобное для вас время. С уважением, Бен Таммер. Джеффри С. Кроу, это ваш дедушка, верно? Сейф оплачивался в течение 70 лет аренды. С особыми инструкциями не открывался до 13 октября 2017 года. Это было два дня назад. 70 лет аренды? Видите ли, после смерти вашего отца, ячейка была передана вам. А также и большое хранилище. На 16 уровне. Хранилище? Верно, хранилище. Не хотите ли взглянуть? Ну что ж, похоже, здесь совсем немного. Мне всегда было интересно, что здесь находится все эти годы. Наверняка здесь есть действительно стоящие вещи. Ну, думаю, я пойду. Если вы слушаете это, значит, вы уже попали в мой сейф. То, что я собираюсь вам сейчас сказать, прозвучит бредово. Но я все объясню. До этого момента мы всегда предполагали, что время идет по прямой. Мои открытия доказали обратное. Мы обнаружили связь между несколькими измерениями. Путь с дверями, которые открываются в разные моменты времени. И потенциально другие вселенные. Мы не осознавали, что нам нужен кто-то, кто будет нам открывать двери с другой стороны. Вам необходимо открыть дверь. 13 месяцев назад я провел эксперимент. И из-за этого 6 моих людей застряли на другой стороне. Вот почему я прошу вашей помощи. Мы потеряли связь с ними менее чем за 10 минут операции. То, что вы сейчас услышите, это было последнее сообщение от них. Команда Альфа базе. Пока все хорошо, мы успешно вошли. Температура значительно упала. Какой-то резкий неизвестный запах. На земле кажется какой-то пепел. Ash.
мы подходим к лесистой местности. Здесь что-то есть. Подожди. Что это? Боже мой. Беги! Мэйдэй! Судьба этих людей теперь в твоих руках. Пожалуйста, действуй быстрее. Я не знаю, сколько у нас времени. Я забыл вам сказать, что сработает сигнализация через 10 минут, если двери останутся открытыми. Не волнуйтесь, они не заперты. Приложите образец. Второе. Приложить генетический образец из упаковки. Введите координаты. Подтвердить. Это сработало.